Заседание штаба по гриппу во вторник было недолгим. Цифры показали, что рост заболеваемости остановить не удалось. Карантинные мероприятия для школьников решили продолжить по 18 февраля включительно. Почему мы сегодня приняли такое решение? Мы понимаем, что по всем показателям, которые нам сегодня предоставили главные врачи больниц Капецкого городского округа и специалист Роспотребнадзора, что все-таки рост заболеваемости есть как среди взрослых, так и среди детей. Но прирост этого заболеваемости уже меньше. То есть если на шестой неделе это было 70% по сравнению с предыдущей, то на сегодняшней неделе это 18%. Ситуация по взрослым аналогичная. По нашим статистическим данным, за последнюю неделю все-таки продолжается рост сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом. Если за предыдущую неделю рост у нас составил порядка 30%, то в данном случае прирост уже не так велик. 8,5% это на такую именно долю увеличилось количество вызовов врачей на дом с ОРВИ и гриппом. Ну и хочется сказать взрослым, которые также болеют, что нужно беречь себя, да, то есть где-то масочный режим, где-то вот какие-то профилактические мероприятия, потому что дети также заболевают от взрослых. Свежие данные по развитию заболеваемости соберут и подытожат 17 февраля. И на следующий день штаб по гриппу соберется вновь.